Многодетная мама Виктория Москалева пришла за покупками в магазин «Буслик» и оказалась в центре внимания спасателей. Прослушав информацию про пожарные извещатели, она тут же приобрела их на месте. Теперь признается спокойно за безопасность своих малышей. У нас дома трое детей, поэтому мы приобрели извещатель, два извещателя. Они очень нужны. А вот раньше у вас не было их, да? Нет, у нас не было. Поэтому у нас в школе и садике спрашивают, есть ли у нас дома. В рамках профилактической акции спасатели устроили игровые зоны и интерактивные площадки. Маленьким и большим посетителям огнеборцы напомнили важные правила пожарной безопасности. Рассказали, как пользоваться электроприборами и газовым оборудованием. А еще о том, что нельзя оставлять детей одних дома. Дети могут в игровой форме опять вспомнить правила безопасности, что делать в случае пожара, как самостоятельно справиться с каким-либо возгоранием, ну и, безусловно, что делать и как эвакуироваться, как убегать от какой-либо беды. Свои знания дети и взрослые проверили во время участия в викторинах, а за правильные ответы заработали презенты. Остальные покупатели получили на память буклеты, памятки и брошюры, которые помогают на иллюстрированном примере эффективно запомнить важные вещи. Где-то дым, если что, вызвать по-любому пожарный, как говорится. Были случаи такие, да, что дым, и люди не обращают внимания, а там может пострадать человек. Ну, как бы... Главное, что не играться что? С огнем. С чем еще нельзя? Со спичками, с газом. Не оставляю ребенка одного. Смотрю, чтобы не было вокруг никаких предметов, колющих, режущих. Это был первый этап большой республиканской акции. Второй приурочен к Единому дню безопасности и пройдет со 2 по 10 сентября. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.